Сотрудники ГИБДД и МЧС провели совместный рейд и напомнили автовладельцам и пешеходам о правилах дорожного движения, а также о соблюдении мер пожарной безопасности и, конечно, поздравили с новогодними праздниками. Сотрудники госавтоинспекции останавливали машины, в которых находились дети, и раздавали им яркие светоотражающие браслеты, памятные листовки. Помогали им аниматоры в костюмах Деда Мороза и огнетушителя. В новогодние праздники все расслабляются, отдыхают и немножко упускают из виду дорожную безопасность. Хотелось бы обратить на это внимание. Это совместная наша работа, которую мы ведем постоянно в разных локациях нашего Ленинского городского округа. Напомним, что в новогодние праздники сотрудники дорожно-патрульной службы будут патрулировать улицы Ленинского округа для выявления нарушителей правил дорожного движения.